Ребята, всем добрый день или доброе утро, кто когда смотрит. 1 июня, сегодня город Днепр на связи, с вами я, Александр. И хочу сказать хорошую новость. То, что у нас не было еще ни одной тревоги за сегодня. Ну, сейчас 10 часов дня, утра. То пока не было ни одной тревоги. Дай бог, чтобы и дальше не было тревог. Это хорошо, это хорошо. Вот, я тут мотаюсь по работе, так сказать. Поверьте, что просто так по городу никто не ездит. Сейчас с ценами на бензин и так далее. Ну и с дефицитом, да, на бензин. Просто так, я думаю, мало кто ездит по городу. Вот. Да, и, кстати, поздравляю вас с первым днем лета, друзья. Сегодня, как ни странно, тепло. И, кстати, ночь была теплая. Вот, и сегодня тоже вижу, что уже тепло. Передают порядка 30 градусов тепла. Ну, это хорошо. Лето к нам приходит потихоньку. Проезжал пару-тройку заправок. Бензина не наблюдал, не было. Сейчас еще одну буду проезжать заправку. Посмотрю, что там происходит. Ну, коли я уже за рулем, да, заодно проинформирую вас на всякий случай. Еще одну заправочку проехал, тоже бензина нет. Ну, на ней часто и действительно нет бензина, поэтому это нормально. Так что двигаюсь дальше, посмотрим обстановочку. Еще будет на пути одна заправка, проинформирую на всякий случай. Сейчас посмотрим. Очереди нет, значит, и бензина там тоже нет, друзья. А я ухожу. Немножко на другую улицу, там, где уже заправок не будет. Вот такая вот информация. Еще раз поздравляю вас всех с первым днем лета. Всем желаю хорошего дня, настроения и мирного неба над головой. С вами был Александр. До новых встреч на моем канале, друзья. Всем пока.